Ладно, друг, я не нужен. Нет, нет. Вот, короче, смотри, вот перевокзал, мы здесь не знаем, здесь плиты. Вот нам надо сюда сейчас. Ну, понял, сейчас я объеду вокруг. Тоже попали. А вот смотрите, ребят, вот это вот в том году. Вот. 13 на 14. Мы тоже заявление подавали, писали. Ну. А что это вообще за снарядка? Если там это мина высота. 20, что для 20-го, как дуло. Пусть это раньше долетит. Долетит оно 4 километра. Вот так вся улица, короче. А вот 20-го. Есть, без первого, еще не смазка. Ладно, Леша, это что-то уйдет. Ну по подстанциям стреляли. Вот подстанция. Ну, у нас там все шоссе. Я сейчас с тобой же никогда не разговаривал. Я хочу хотя бы дать кому-то видеть. Если что-то не закончится. Не закончится. Вон по местам дырка. А вон по местам дырка. Лист убери по местам дырка. А по местам? А вот, да, да. А лист, слышите, вот это, что стоял двоечка? Вон в огороде в решетовне есть. Вот, вот, ни хера себе согнут. Это не 800. Без 10-2. Раньше начал. Раньше, без 15. Не, именно самая громкая, во сколько было. Минут на, это начали где-то половину. Да. В начале второго, я проснулся, сразу тебе звонил. Да, в начале тоже половина второго. Написали в интернете, только до 20-30 и все. Да они как врезали, я вон все ползком ползли. Только закончился дождь, тишина, да. Как раз тучи сюда, в эту сторону прошли. И начали нихуярить, там я еще где-то около полвторого. Блин, гроза должна. Я даже сейчас гляну точно. Как начал нарваться, я типа. Сколько здесь? Точно больше 10 прилетело. Да больше 10. Да больше 10, да. Ну а что, да видели? Ну у меня я по улице только. Не вообще. Ну, я вот смотри, в 2:31 ты мне звонил. Когда это 2 уже кончился это. Я тоже Лехе дозвонился в это. А начали пол второго. Ну, а это было где-то не, мы же раньше. Пол второго где-то минут 20. А что, наш плачет, да? Да. А что, он испугался? Наверное? Да ну если это испугалось, а как вы думаете? Ты вот вязвы, я тебе говорю сколько раз. Ну то хорошо, не дай бог повязан. Все хорошего. Так ну, что, 10... снарядов 10, да, прилетело? Больше, больше. На всю Никитовку. Два не взорвалось, это точно. Вот так по улице пройдитесь. Вот я сегодня еще читал, штук 5. У Олега Ивановича вагончика нету. Вообще пожарники тушили. Потом, получается, у мамки дом сгорел, все равно туда упало. Потом чуть-чуть дальше упало. Ну штук 5, наверное, точно упало, вот чисто по этой улице. Да. Вон, Вовчику в огород упало. В огород, ну это далеко. Там у людей гараж разбило, ворота вырвало. Ну это туда идти надо. Нет. Ну вот где подстанция, вот они стреляют. Там подстанция, вот попробуют. Потерял. Получается, их цель была подстанция, да? Да, наверное, по подстанции. Ну а вот пролет тут нигде ничего. Там, ну это, вот тот раз они перед этим, когда вырубили два трансформатора. И первый сюда... мой вырубили прямо по трансформатору. И школу это разбили опять, опять, школу попали. А какую школу? Школу второй раз. 24-я. Нет, 24-я. 84-я. А как не проехать вообще? А, 84-я школа попала, да. Второй раз. Рынок вот на трассе. Рынок разбили. Раз, два, три. Женщины, по улице у тебя 4, по улице штук 5, это уже 9. У меня в огороде, там в огороде, это уже штук 11, блядь. Ну, ты не разорвавший, блядь, штук 13, блядь. Ну штук 20, блядь. А тот раз 100. Ну я две слышал, свист на улице стоял, свистел, а взрывов не было, где-то две лежит, не взорвался. Секрет. Да, все, да, мы не попадали. Два, два, три, да. Да, выбирай. Вон на один попал. Слушай, я хочу. Что, дверь у тебя в дом занесли. Да дверь.
еще. Нас оттуда нас спасли. А во сколько это было? Без 10:02. Торож сказал, что без 10. Значит, если бы были, сказали, что это. У нас один работает только магазин строительный. А то все девчата ушли. Если бы не ушли, так все это. Вон видите, вот это вот. Вот это оттуда летело все сюда. Видно, склады мы так они сказали. А каким калибром били? Ну, вы спросите, что они выходили. МЧСники не говорили? Да нет, МЧСники не сказали. Сказали, что три снаряда было. Попадание три снаряда. В рынок именно, 16, да? Да, 16 ролетов. Всего 16 ролетов? А вперед у нас было 5-6 ролетов. А это... Видите, как летело так, что все полностью, не то, что те ролеты, то, что там разбило, а это тот пролет, все, пролет, решето. Это же все это... А когда это было? Без 10:02, дочка сказала, она в дежурную. Без 10:02. Вот как раз, знаете, был гром, молния. И в этот момент она не поняла. Она думала, что ну гром да молния. А когда она услышала, что все грохочет и падает, и взрывается, вот тогда она побоялась, конечно, выскочить. Но потом, когда развиделась, она как стала от мамы. Я говорю, дурно стала. Если это Рица у нас сторожевая собака. Она говорит, я как встала, говорит, оглянула. А тут вообще... Так а вы недалеко где-то живете, да? Мы недалеко, мы здесь работаем. Я работаю, пока хозяев нету, я работаю здесь уже 7-й год. Работаю, как говорится, собачьи кормлю и это самое, уборщицей. И сейчас и заместителем, и начальником. Ни начальника нема, ни ИО нема, никого нема. Одна я. Сейчас звонила им, то приезжайте, что-нибудь делайте. А что делать? Прибираться, что-то надо сдавать, потому что рынок-то куплен. Хозяина нету, хозяина не сидит. Вот и все.